и можно пойти погулять, поиграть где-то еще. Ёшкин кот. Не, кстати, высокий прыжок, ничего так. Ну что, пойдем сначала вправо или влево? Ладно, я ближе к этой части. А в этой части меня ждут вот такие вот монстры. У меня уже шип-хлыст, поэтому, собственно говоря, я их убиваю с одного раза. Это очень приятно, высокий прыжок-то какой, а неуязвимость. О да, тут, короче, какие-то вот, я не знаю, кто это, оборотень, наверное, да, человек-волк. Скелеты лазят всевозможные. Вот, ну это такой еще тоже легенький довольно-таки уровень. Такой небольшой уровень, под уровень. Вот, а дальше начинаются уже более серьезные дела, ребят. Такие вот, какие-то кикиморы, хрен поймешь, кто это. И они очень нехило плюются. А ёптыть! Да, вот меня осталось 8. Кстати, как ни крути, падение в воду никто не отменял, да? Поэтому нужно все-таки почаще сохраняться. Включил я этот прыжок большой по той причине, что опа, как не вовремя, надеюсь, долечу. Фуф, прошел этот момент. В таких местах вообще нужно сохраняться. Наверное, прям почаще, да? Моря вот эти вот, я не знаю, что это, болото, ружи. В этих местах, конечно, лучше сохраняться чаще. Слушай, так здесь пофиг вообще. Е-моё! Ну, я не знаю, зачем я сюда припрыгал, собственно говоря. Вот, игрушечка становится уже страшнее. Да, уже все серьезнее гораздо. Больше врагов, враги, которые чем-то плюются, чем-то стреляются. Вот, и... Конечно, где нет воды, там вообще просто. Что самое отвратительное, вот во всех, вот, во многих играх, на 8 битах в основном, да, 16 с этим как-то уже посерьезнее, мне кажется, подошли к делу.